Волонтеры мобильной туристской информационной службы вышли на маршруты в столице Приморья. Работать с туристами на улицах города в этом сезоне будут 20 добровольцев. Ребята будут оказывать информационную помощь гостям Приморья. Найти полосатых добровольцев туристам будет просто. Всех участников проекта отличает яркая оранжевая одежда. Молодые люди будут работать в центре Владивостока, на площади борцов за власть советов, Корабельной набережной и набережной спортивной гавани, а также улицах Светланской, Алеутской и Фокина. Каждый доброволец имеет при себе памятки с телефонами медучреждений, полиции, консульств и других служб и структур, которые могут понадобиться туристу. Волонтеры также проинструктированы о страховых и медицинских случаях. Участники проекта «Полосатый навигатор» не только ответят на вопросы и помогут решить проблему гостей Приморья, но и дадут совет, куда можно сходить и что посмотреть, и сфотографируют на память.